2024 год будет по числам 8. 8 – это стремление к справедливости, чувство долга, правда, а также терпение и доброта. Год пожинания плодов. В основе всех начинаний будут лежать чисто человеческие отношения. Все в этом году определяют сами люди, и важное значение имеет ваше окружение. Семья это или знакомые, важно выстроить правильные взаимоотношения. Рекомендую избавиться от токсичного окружения и почаще в этом году отвечать юмором на неприятные вещи. Отлично будет кооперироваться в группы и работать над достижением общих целей. Это приведет к неплохому заработку без выгорания. Хорошая идея будет укрепить или создать финансовый фундамент, развивать свое дело, бизнес лучше в компании. Ожидается круговорот денег, поэтому не забывайте вести учет финансов. Помните о нравственности и о ваших духовных целях. Урок 2024 года в терпимости. Каждому человеку через призму терпения смотреть на мир, на людей, на отношения, выбирать для себя, что отзывается в душе, и исключить вражду. Постарайтесь окружить себя людьми со схожими интересами и ценностями. Есть шанс исправить испорченные отношения через диалог, не навязывать свое, а принять друг друга. Тогда будет польза всем сторонам. Рекомендую в этом году забыть про излишние личные амбиции, эгоизм и манипулирование. Сразу проигрышный путь. Не причиняйте добро насильно. Не стоит помогать, пока не попросили. 2024 год – это завершение короткого периода, начатого в 2020-м. Все зависит в этом году только от нас самих и желания выстраивать правильные связи. Если будете терпимыми, добрыми, то в ответ получите стабильность и признание. Напоминаю, что сила этого года в людях и взаимодействии.